То есть снимай Ивангай, Сыендук, история успеха Панды, история успеха этого, история успеха того, история успеха всех с ними. Это не очень сложно, кстати. В день, вот понимаешь, если взяться, серьезно, вот если я сейчас возьмусь, сяду, вообще, вот все дела отложу, у меня просто много всяких активностей в день, и сотрудники есть. Если я все отложу, я смогу 4 истории успеха в день снимать. 4. По 2 часа на историю успеха. Понимаешь? Прикинь, сколько у меня через год будет 1200 видео на канале. Вот там был вопрос, а панда правильно ли, чтобы добиться успеха, нужно много пахать? В принципе, справедливо. Понимаешь? То есть, если, вот давайте представим сферического коня в вакууме, да? История успеха. Вот он сидит, у кого купить рекламу, еще что-то. Почему ты не хочешь просто взять и сделать 4, допустим, ролика в сутки по историям успеха? Ну, допустим, ты студент, да, у тебя там какие-то активности еще есть. Это я дома сижу, бездельник, да? 2 ролика делай. Ютуберы все, ну как сказать, ютуберы, у них в чем беда? У них нет бизнес-мышления, они не предприниматели. Но тем не менее, ютуберов, которые зарабатывают больше 100 000 рублей в месяц, я знаю очень много.